Начало июня выходит плотным, но зато я понемногу вспоминаю, как делать видео. Сегодняшнее видео будет в трех частях. Сначала мы идем с Сашей на тренировку на яхтинг, я в качестве инструктора. После мы с ней из Бенуа едем в Петергоф, я принимаю экзамен по теории управления. А вечером мы с Бенуа готовим торт на день рождения Ани. Поехали! Как я уже говорил, у видео конец яхтинга, арендаторства нет в этом сезоне, поэтому единственная возможность выходить, это выходить со студентами. Поэтому Саша сегодня в роли студента. Вчера волна была такая. Идем до 14-го буя под мотором. Таня, а ты говоришь, ветра нет. Сейчас, беру свои слова обратно. Все, не работает с такси. Значит, приготовиться к повороту. Все, отбирай. Все, поверну, поверну, поверну. Такси. Единичку, блин, возьмите. Много видео с Геннадьевым. Еще, еще Серго, смотри, вот то, что делаю я, это должен делать ты. Так что посмотрим. Выход, вообще говоря, был бодрым. Поставили генакер, ветер нормальный был. Даже немножко брочило, но все хорошо. Время без 15-12, мы швартуемся как раз к 12. Там встречаемся с Бенуа и потом едем на машине в Петергоф принимать экзамен. Начинается вторая часть видео. Сейл. А, so you changed? We did it twice, just because they really enjoyed wanted it. To practice it. Unfortunately, we go by Renault car. Yeah. Renault again? Why don't you like this Renault one? Car? Renault is awful. Заказали пиццу на 13.45. Мчим во всю мощь. Мчим во всю мощь. Soviet Wave song with this понимаете, ребята, сейчас здесь нельзя купаться. Это this phrase is from the song? Yes. Yeah. Видит? Видит? Понимать? Не слишком быстро. Да. Или понимать. 60. Понимать 60 километров per час. Час. Дорогие зрители, мы выехали на КАД. Теперь поедем побыстрее. Да, осталось 38 километров. И укачала. Бенуа укачала. Мы заказали пиццу, как всегда, в Додо Пицце, потому что единственная бесплатная доставка в Петергоф. We need to go. Вот здесь вот, вот эта прямая дорога, это единственная парковка у нашего факультета. Кто-то сделал парковку вот у City Drive. И теперь можно пользоваться каршерингом, доезжать до сюда, а не ехать до Ботанической улицы, потом передохать пешком 2 километра. Understand? Да, понимаю. Гоп. Там нужно пройти. So it was smooth. No, not very serious control here. Yeah, she tried to stop us, like, why we go with just one? And I said, Alas, baby.
plante. Petite fleur. Petite fleur. Солнечный. Солнечный. Понимаете, ребята, сейчас здесь нельзя списывать. Что это? Комплект. What the fuck is it? Пиздец. Так, ну что, все? Привет, ребята. Привет, детка. We can't wait anymore. Наконец. Наконец-то. Наконец-то. Вкусная пицца. So I was amused, yeah, because you know, it's so. Так, Костя и Миля, давайте, доедайте. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Но не отлично. How much do you give me? For what? For Russian? Для Russian язык. Come back in September. It's pure Soviet wave here. Yeah. Parnut Soviet wave. And smell the Soviet wave. Parnut Soviet wave. This one. Actually, I broke it about one year ago. And you see, nothing happened. You were... Злой. My fault, no. Твоя вина. Occasionally. Soviet wave. In Grenoble University, the toilets? Yeah. They smell weed. Beautiful Soviet engineering. To make it smoother. Hey, it's cool. To make it automatically. Automatically. It's высокий технологий. High tech. Do you like this corridor? It's big. It's большой коридор. Выглядит отлично. Приз. Отняли у детей. Детей. Лестница. Так, экзамен приняли, на самом деле почти у всех были оценки. У нас там это было просто проставление оценок. Сейчас начинается третья часть. What do you mean by who? Пат брисе. Выпечка. Один, два, три, четыре. You know to count until 12. 12, yeah, that's what it is. Six. Лёв. The cheapest. The cheapest one. Дешевые. Дешевые яйца. Дешевые яйца. Грузный бутылок. It's 18%. Браво! Поздравляю! Поздравляю, ребята! Мы нашли песочное тесто. Мы будем приготовить два торта. Not this one? Or... Yes! It's all atmospheric. Река is river, no? Yeah. Река. Река. Yes, it's like a dream come true. Это чудо. Ты так пьешь себе дай, а вот на здоровье. Хороший. Кстати, нам нужно не забыть приготовить торт. Не забыть, да.
Понимаете, ребята, сейчас здесь нельзя купаться. Сегодня из воды должны быть нимфы. Первый торт, который мы готовим, называется флом, да? Флом. Я понятия не имею, как это переводится. Он сказал вскипятить сначала, почти вскипятить молоко, ровно 650 миллилитров. После этого у нас есть кукурузная мука, ровно 56,25 грамм. Мы, обратите внимание, используем вот это ситечко, без него вообще никак. Потому что с ним получается вот, гладко, насколько получилось вообще идеально. Вот то, что нужно. Да, Дима? Да. Да. 80 миллилитров. Ровно 80 миллилитров. 510, у меня есть стаканчик из Нанси, я там глинтвейн пил. Здесь мерная система. 25 сантилитров – это самая, значит, маленькая, которая есть. Нам нужно 85 миллилитров, да? Да. О! You milk it to stop is not good. It's not good to buy milk. But you need to help him. Ровно 87,5 грамм. И это вот, вот сюда и перемешу. Разбить 3 яйца. Все перемешали. Перемешали. I don't know, Milish made the measurement. His glass is just one measurement, two measurements. But I know how to do measurements. David. Если честно, рецепт второго торта здесь уже немножко потерян. Здесь я не до конца понимаю, что происходит. Топим масло, потом там была мука, перемешанная с сахаром, в сумме 250 миллилитров. И еще будут яблоки и голубика. Да, где яблоки? А что там такое, можно спросить? Ну вот это вот насыпанное, это что? Это тебе можно спросить. Мука с чем? Тебе можно спросить. Это мука с чем? Но не мужен ответ. Это как пороже? Похоже. 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 Похоже, it means like on your face, like to hit on your face. I've never thought about this cake. Похоже. Which cake do you prefer? Like For tomorrow we will see it. Stay tuned. Subscribe if you aren't already. And we will see you tomorrow. Пороже. Понимаете, ребята? Сейчас здесь нельзя купаться. Сегодня из воды должны быть нимфы. Okay, let's check. No, stop. Перестань делать глупости.